Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi Q5. Машина куплена в Штатах, с небольшим повреждением переда. Но когда машина прибыла, оказалось, что она была бита больше. Но чтобы дороже продать, америкосы ее подшаманили. Обратите внимание как. Мне надо поменять только крышу и правое заднее крыло. Перед скрутит сам хозяин. Начну с разборки. Измерил проем переднего стекла, диагонали разные. Исправляю это. Теперь все в норме. Теперь мне надо вытянуть заднее крыло. И вот теперь я могу срезать крышу. На задней стойке куча усилителей. Это писец. И все мне их надо удалить. Итак, крышу удалил. Теперь готовлю донорскую крышу. Ну что, буду приваривать крышу.
и все вот эти усилители. Накинул крышу и теперь выравниваю места соединений. На стойках ставлю несколько сварных точек и примеряю двери. Зазоры в порядке, обвариваю. Крыша приварена. Сварочные швы заливаю оловом. Устанавливаю двери и начинаю работать с правым задним крылом.
Вот такое крыло мне привезли. Кусков не хватает. Доварим. Заварил заднее крыло, швы залил оловом, чистый металл покрыл грунтом. Установил заднюю дверь. И на этом моя работа закончилась. На эту работу ушло 55 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!